Добрый день, зрители моего канала. И сегодня будет небольшое видео про природу. Также покажу, какой ходит дополнительный поезд летом на линии Выборг-Санкт-Петербург через Приморск. Кому интересно, смотрим. Ну как и приблизительно год назад, мы сейчас находимся недалеко от станции Молодежная, ну буквально километр с небольшим. Так, здесь у нас однопутная железная дорога проходит. Давайте я приближу. Надеюсь, камера показывает. Да, вот теперь я вижу, что она показывает. Природа, конечно, у нас везде различная. Здесь в основном сосновый лес идет. Так, иногда березы попадаются. Кстати, вот видите, провода оборвались. Кстати, год назад этого не было. Это старые телеграфные столбы. Может быть, они сейчас уже никому и не нужны тут. Поэтому на них никто внимания не обращает. А тут вот идет высоковольтная линия. Это 10 киловольт. Слава богу, столбы стоят бетонные, а то в некоторых случаях бывает на таких линиях деревянные ставят. Провода, правда, сиповские поставили. Ну ладно. Скоро должен поезд пойти. Сейчас я покажу, какой тут поезд ходит. Вот он показался, видите? Дело в том, что народу много ездит по выходным, поэтому приходится электричку брать. Она более вместительная, в отличие от дизель-поезда. Ну и до Зеленогорска она идет на тепловозе, а дальше тепловоз отцепляется, и она идет своим ходом. Уже до Питера. Вот такие поезда тут ходят. Ну, сейчас я постараюсь еще показать дизель-поезд. Это у нас прошел РА-2. Такие ходят ежедневно. Два раза в день.
В нем, конечно, мест поменьше, чем в электричке. Ну, кстати, еще я хотел вам интересную вещь сказать, что у нас в последнее время на многих станциях перестали продавать в кассах билеты. Билеты в основном продаются контролерами в поезде непосредственно. Интересно, а у вас как с этим обстоят дела? Ну, вот такое было небольшое видео. На этом прощаюсь, пока.